Я переживаю. Все хорошо. Ну, голос мають впізнати 100%. Такої, такої другої немає. Голос – це правда. Ух ти. Кассету когда-то, такую синенькую, она у меня была, но чтобы я вот так вот увидел тебя, да здесь, да потрясающе, ты, браво, спасибо, спасибо тебе огромное, что ты у нас. Я, ребята, я, можно я помолчу, извините, я посижу, да, конечно. Помолчу. Я в полном восторге, это просто невероятно, я сразу поняла, что на сцене стоит музыкант, по вот этим вот проигрышам, по вот этим переходам в ритме, однозначно я поняла, что это стоит большой музыкант. Слушай, это просто открытие, ты открытие для Украины, как ты нужна? Как ты нужна Украине, как ты нужна нам. Вот такая, какая ты есть. Как ты нужна всем сейчас, здесь. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за сердце твое, за душу твою, за твою открытость. Спасибо тебе огромное. Катюша, с поверненням вас. Дуже чекала цього повернення. Для всех тех, кто не узнал эту потрясающую певицу, это Катя Чили, знаменитая наша, любимая, обожаемая. Новатор в музыке новатор украинской. Музыки. Я никогда не слышал драм н бейс, смешанный с фолком. Я помню кассету, я ее заслуживал до дыр. Это сумасшедшее, сумасшедшее. Пошел обниматься, сумасшедший талант, сумасшедший опять. Талант. Слушай, ну я просто боюсь уже. После объятий. Катюша, я знаю на память твои песни. Я співала их, когда ходила в школу. Я росла на твоей музыке. И если ты забажаешь... Зі всім чистим серцем. Все, що є в мене, я дам тобі. Я щаслива сьогодні бачити тебе тут. Я завжди думала, де ти? З поверненням тебе. Ти знову є, ти знову наша. Дякую тобі, ти моя знову, нарешті. Я в восторге от того, что ты здесь. Я просто рад за тебя как музыкант. Я, конечно, Потап и все такое, медведь. И меньше всего я хочу нарушить твое внутреннее состояние. Но я тебя тоже приглашаю к себе в команду. И сейчас, прямо здесь на сцене показала, что такое жить музыкой. Я с тобой как будто очутился в каком-то сказочном лесу. Как будто увидел какие-то невероятные творения. Ты меня приносишь в какой-то другой мир. Я... умею чувствовать такую музыку. Подожди, ты сейчас меня заберешь. Заберешь у меня ее. Нет, заберешь.
я просто хочу сказать, что послушайте, ты просто можешь творить здесь все, что хочешь. Делать музыку свою, аранжировки. Да, здесь поют кавер-версии, но ты можешь просто их переворачивать, делать совершенно что-то новое. Я знаю, ты любишь Radiohead. Мы можем петь здесь Radiohead. Представляешь, как круто? Мы можем твои петь песни, понимаешь? Каждый из нас, мы в равной степени восхищены тобой сегодня. Мы все разные, конечно, четыре разных. Я дуже би хотів, щоб ти продовжила. Обирай свого тренера, обирай того, хто тобі ближче. Ну, я немножко растеряна, потому что я пришла просто петь. Катя, залишайся в шоу. Ты должна остаться здесь. Ты должна остаться, это точно, залишайся. Ты революция, ты что? А давай поджемим. А давайте эту же песню. Дадите мне микрофон. Класс! Подарите нам такой праздник. Красавец! Как вы вообще вошли в все? Состояли! И ведьма музыкальная. В хорошем смысле. Сережка, крутизна. Катюша, ты бачишь, які в нас музиканты, бачишь, яка в нас атмосфера. Це творча атмосфера, ти зможеш тут творити музику. Ти зможеш творити це всі. Залишайся з нами, залишайся в проєкті «Голос». Я официально заявляю, я не оказывала никакого давления. Ты говорила, что... И это был просто... Не собираешься? Хорошо. Я пойду. Вы знаете, вы будете удивлены. Я сама, если честно, сейчас удивлена. Мой выбор неожиданный для меня. Баташ? Да. Я выберу Тину. Отлично. Тину! Ух ты! Очень даже круто. Очень хорошо. Я бы удивился, если бы она пошла ко мне. Молодчиночка, молодчинка. Пошли, спасибо, скажем все. Моя зайка, моя, боже, крошечка моя. Если бы ты знала, как ты повлияла на меня. Я рад, что ты у нас. Офигеть, спасибо, офигеть. Спасибо, Катя Чили, вы знаете, кто это? Это легенда.
Пошли, моя красавица, пошли. Пошли, моя дорогая. Так хочется, как ребеночка, взять ее, понести, знаешь? Так хочется снять каблуки и все, и просто ходить по земле, как ты. Звездочка наша! Я счастлива, я в шоке. Спасибо большое. Умница! Я не обижу ни за что, ни за что. До встречи, дорогая. Браво. До встречи. Браво! Это сенсация. Она сенсация здесь. Она спасибо, голос. Честно скажу, как зритель просто, как зритель. Сейчас смогу вернуться в зал, ничего не поменяется. Я получил такой кайф, ребята, от того, что происходит. Во-первых, у нас на проекте легендарная Катя Чили. Во-вторых, вы такой джем устроили.